Друзья, снова всем привет! Друзья, снова в десятку. Вспоминаем это видео. Таро, где Суровикин? Пригожин, шок, правда о мятеже. Я под ним, вот под этим самым видео, сегодня оставил свой комментарий. Видите? Поставьте ползунок на 9.36, и вы услышите. Повторюсь, расклад сложный. Власть, позиции, он свои явно утратил, потерял. Четверка пентаклей плюс башня. Нам именно об этом могут говорить. А дальше башня. Резкая перемена. Означает внезапный, драматический переворот или разворот в судьбе. Наказание, тяжелое положение, неудавшееся предприятие. Ошибки, совершенные в прошлом, могут стать причиной бед и несчастья в настоящем. Дистанцирование от происходящего, тревожное будущее. Новые жизненные берега, новые жизненные ориентиры. Переход от одного способа существования к другому, неопределенность. Конечный же результат неизвестен. Негативные, стрессовые перемены. Конечно, по этому раскладу в его жизни. Потеря влияния и власти. Потеря стабильного материального положения. Тяжелое испытание. Сильно глубоко копать не стану. Тут явно какой-то безумный поступок. Безумный, бесчестный поступок, который, по сути, разрушил всю его жизнь. Шут, пятерка мечей, башня. Мои слова из данного видео. Друзья, я специально под такими раскладами отключаю комментарии. Не все люди понимают, что такое Таро. Что эта система реально может. Какие у нее возможности. Смотрите. Горячая новость. Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Ну и так далее. Друзья, новички, кто только подходит ко мне на канал, никогда не спешите с окончательными выводами. Я как этот волк, сделаю расклад и жду, как карты проиграются. Не спешите, всегда говорю вам об этом. Не спешите. Ждем и наблюдаем. Удачи!